Re! Viss ēters ir te! Главу парламентской фракции КПВЛ Атиса Закатиста в ближайшее время могут выдать для уголовного преследования. Сегодня за это проголосовали большинство членов комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Против выступили лишь однопартийцы от КПВЛВ и новая консервативная партия, члены которой уже преследует прокуратура. Окончательное решение о выдаче закатистов суд должен принять Сейм в полном составе. Планируется, что голосование по этому вопросу пройдет уже завтра на пленарном заседании. Закатистов будет уже вторым членом этого созыва Сейма, которого просят выдать для уголовного преследования. Первым был Юрис Юрош, с места которого в зале сейчас занимает картонная копия. У меня нет никаких прогнозов, потому что у меня не было опыта в этом вопросе. Есть пример Юроша, который в какой-то мере является прецедентом. Его дело не продвигается вперед, хотя депутат выдан для уголовного преследования. Напомню, прокуратура просила выдачи Атиса Закатистова в связи с подозрениями в мошенничестве в крупных размерах. Еще один обвиняемый по этому делу, предприниматель Вестур Стамуш, СОБА свою вину не признает.